Давай сама еще раз. Немножко поспал, отдохнул, включили запись. Посмотри, есть этот чудик еще или нет в природе. После работы квантовых помощников. Илья, я там какой-то каркас вижу, но вот реально только каркас. То, что было частью его, Кто его наполненность сделал, пропала. посмотри. Это сущность. Это проект Роевский, Илья. Да, как он был сделан-то? Я не могу точно сказать, не идет, что две составные какие-то. Я так понимаю, это квантовая магия, обычная магия. Каркас и наполнение – это две структуры, которые его держали. Одно было вот именно каркас, это как квантовая основа, и наполнение – это магическое просто было наслоение. Магическое кто делал? Да, эти же ведьмы и делали. Эти ведьмы сейчас там еще живы? Нет, там же и планета не жила, не жила. Еще раз теням покажи этих ведьм, пусть все души забирают. Все такие в той вселенной, и в нашей таких же. Делают такие же вещи. Покажи им гробики, пусть поклюют клювами, уничтожат. Да, показала. Покажи им импланты в людях, пусть клюют везде, где встречают. Да. Посмотри. Опускай их, каркас чуть тронь и посмотри, где квантовый комп, который ты просчитывал. Это на ее корабле, это считается одно из, ну, как сказать, эту операцию выполнял тот, который самый ее процессор, ее комп. Мы его уже Его еще нет. пробудили. Там он еще есть, их еще два есть. Да, центральный, хорошо. Внешний и красно-черного и... И я, да. Хорошо. Ладно. Как финки? Ну, такое живые. Вырвались уже из этого лабиринта какого-то там, где они закрыты были, да, прихлопнуты. Покажи им ту вселенную, вот эти вот души пусть втаскивают, игра новая, вытащи души неупокоенных. Всех тех, над кем они издевались, всех тех, правильно? Кому эти импланты тренировались, сволочи, делать. Да и всех неупокоенных тоже, кроме этих ведьм. Ведьм тени пусть утаскивают. Да, Тени знают хорошо. черная душа, а все остальные пусть финки утаскивают. Хорошо. Скажи им хорошие души пусть утаскивают. Отправляют на рождение. Пантерки? Да, есть. Как они? Довольны. Чё это? Так ты же им. Мясо, да. Планетка. Понятно, да, пусть живут. Зеленые. Там финки, они пусть дружат. Если где-то есть еще планетка, потом поговорим, ладно. Пока хватит. Пусть растут. И пусть на нашей планете все еще доедают еду. Где найдут? Синие. Стороной обходят бумеранг, но есть. Хорошо. Вдруг еще скопируют на всякий подальше. Спроси у них про этого вампира. Что это такое? Вампир, только он другой формы был раньше.
пусть они рассказывают. Теперь просто слушай, что они скажут, что это такое, когда кем сделан, для чего. Мне говорят, что он правитель того подземного мира. Это штучное, искусственное какое-то. Они называют это сооружение, потому что это создано разными видами, разными, знаю. Цель удерживать, говорит. Цель мучить, удерживать, кушать и использовать, выжимать. Да. Это делает. Куда он энергию направлял? От него шла энергия на рай. Рай его сделал, и рай питался той энергией, которую он перерабатывал. Он медленно души как-то расщеплять должен был, не все сразу. Как-то вот так вот. Ну, Как назовем это слой в мир слой. мертвых. Это первый такой проект Роя. Почему-то идет, что три всего. Три всего. Это первый, получается. Первый. А наш, который вот в короне. Третий. А где второй? Вот это не говорят, как пробел какой-то, как затык у них какой-то, раз и замолчали. Пусть найдут. Не надо молчать. Крутится вот на месте, крутит, туда-сюда. Кто им поставил запрет говорить? Говорят, что нет запрета. Тогда почему они не Информации смотрят? Нет. А на Дюне пусть посмотрят в той вселенной. Он там другой. Он там не вверху, а ой, не внизу, а вверху. Он там прозрачный. Это как место, где они пропадают. Куда ты и пропал тоже. Ну, ну да. Это оттуда тоже вырвались. Он там еще жив. Да. Спроси синих, сами могут разобрать или нам пойти разобраться? Могут. Вот, пусть разбирают, все души вытаскивают также финькам и сами. Нахер. С этим говном уже надоело. Вперед. Пусть берут. Они как-то модифицировали, как во Вселенной сделали пристройку. Да. То, что раньше было коном, стало царем мертвых. Они говорят, что он не виноват. Они говорят, что он был под вирусом. Они говорят, и если убрать настройку, и если очистить то пространство, оно займет именно то, которое должно быть. Пусть Не делают. знаю. Да, я вижу это там как воронье гнездо на голове у кона. Нафиг. Фу. Нахрен. Так, возвращаемся сюда. Берем. Как там большой рог? Хорошо. Он гудит? Он спит. Почему он спит? Не знаю, он не работает сейчас. Режим такой, знаешь, спит. Ну, а кто его в него поместил-то? Нет, у него никто этот режим не поместил, он сам отключился или его кто-то отключил. Вот, кто-то отключил, значит, кто? Для кого с ним? Потом посмотрим. Почему? Ну ты же видишь. Ну это когда ты с этим бился? Я сам? Не знаю, сам или так получилось. Я вижу, что вы вдвоем бьетесь. С этим серым. Ну а рок-то что делает? Вы его вырубили. Так включай. Да, коснись. Коснись. Готово. Готово. Ободок.
черный. Маленькие гудят, нормально все. И эти копии хорошо работают, те, которые от бумеранга. С этими ничего не случилось. Отлично. Значит, большой. Они автономные. Большой. Возьми копию золотистого от бумеранга диагноста. И сбоку на ободок, где-то может в середину горна этого поставить. Да, я поняла, Пусть хорошо. модулируется. Хорошо. Зеленый диагноз также. И зеленый туда же, хорошо. И с другой стороны. Пусть встраивается. Синий или песенку также. Да, хорошо сделала. Включаем и направляем на землю. На всю. Пусть гудит. Как северное сияние. Бумеранги. Ну, возьмем один маленький. Есть. То же самое, синий диагност в одно крыло, условно верхнее в короткое. Ага. Зеленый, условно в нижнее, длинное. Как коснуться там сияния, ну он поймет. Да. И золотистый в центр. Да. Отпустить, пусть все такими становятся. Хорошо. Судья. Есть. Синего диагноста в лоб тоже. Хорошо. Возьми программиста. Да, вижу. Пусть судья возьмет свойства этого истинного кода, неповрежденного, и возможность восстановления кода. Да, взял. Пусть ему вколет антивирус, доктор. Да, сделал. Зеленого диагноста в грудь доктору и в грудь скопируй. Судья. Да, есть. Ну, снизу персинку. И доктор, и судья. Хорошо. Доктор зеленого диагноста синего также или песенку. Хорошо. И можно золотистый. То же самое атлету и медсестре. Зеленый в грудь, золотистый можно сзади. Синий сверху. Апельсинку снизу. Да, хорошо. И всем антивирус пусть вколет, доктор. Да, вколол. Пускай, пусть все такими становятся. Да, отпустил. Генерал стеклянный. Есть. Как он, где он? Я вот же. Пусть расскажет, что он делает. Военные действия, он говорит. Хорошо. Зачищают. Плацдарм. Показывает Америку, показывает военные части.
показывает, что идет обработка и очищение, дезинфекция, он говорит. Да, хорошо. Синий диагност, ему голову, если надо. И пусть скопируется, если надо. Говорит, рядом. Хорошо, зеленый. Рядом. Бумеранг берет цветной, как инструмент пусть использует. Говорит, нет, бесцветный. Пусть Говорит, эти помпончики мешают входить. Хорошо, пусть бесцветный берет. Внизу лепесинку тоже рядом. Да. Охраняет. Замечательно. Пусть работает, показываю ему. Ну, он знает уже цели. Пока цели прежние. Угу. Синий генерал. Есть. То же самое. Синий диагноз, зеленый. Апельсин. Угу. Потереть. Угу. Программистом. И покажи ему бумеранг. Да, показал. Бесцветный и цветной. Да. Спроси, как использовать он будет. Цветным бросать, бесцветным пороть, говорит. Хорошо. Ну да, они, у них разные функции. Уже. То же самое скажи солдатам. Пусть даст диагност. Угу. Судью еще позови. Есть. Покажи ему бесцветный бумеранг. Пусть копирует. Угу. И цветной. Угу. И еще пантерок ног контур. Есть. Это инструмент, скажи. Угу. И еще теней контур. Ну, он уже знает. Квантовые тени мы же еще не улучшали, да? Нет. Ну, покажи. Сделать таких же бумеранг. Они так же выглядят? Да, мы дизайном занимались. Ну, как сказать, знаешь, это маска Крик, если ее натянуть на клюв. Угу. Вот примерно так. Ну, отлично. Он никаких апгрейдов не вставлял? Да, вставлял. Какие? Глаза будут светиться. Да. Только это не лазер будет. Это какое-то, я не понимаю, какое. Вот и все. Нервно-парализирующее, что ли. Ну, отлично. Покажи теням бумеранг прозрачный. Как инструмент пусть используют. Маленькую шумелку возьми. Да. Угу. Тоже промодулируй диагностом, скопируй. Да, есть. Покажи синему генералу, пусть пользуется. Да, показала. Солдата, угу. Солдата пусть покажет. Вижу солдат.
дай ему такое. Да. Взял? Да. Встроен? Хорошо. Пусть генерал покажет, как он использовать будет этих солдат. Как отдельный вид. Они стрелять почему-то будут этими диагностами. Диагностов? Только направлено, да. Хорошо, пусть стреляет. Не знаю, зачем ими стрелять-то. Это возвращение к пейнтболу, что ли? Ну, если он считает, что так целесообразно. Гранаты типа. Да. Пробивать, прожигать. Угу. Он подумал, что ими стрелять, а еще просто они шумят, скажи. Пиздер, волну создай. Спасибо. Покажи, прям пробивает волна. Смотрел как-то недоуменно. Как они могут смотреть недоуменно? Вот не мой вопрос. Типа охоту на волка выстраивать, знаешь, так со всех сторон заходите. Это на его усмотрение. Да, можно сгонять всех. И смотри, разрывает все. Цепь вот Цепи, идет. да, цепи, Да. да. Связи, цепи, все остальное. Это для зачистки важно. Помимо обычного использования. Да, общая какая-то ситуация. Начал большой горн работать. Все, отпускай его. Пока достаточно. Отдыхаем, смотрим, как все работает.